На восеньских каникулах у регионе плануется организовать работу 380 оздоровленчих лагеров дзённага знаходжання на базах установ агульной средней адукации, додатковой адукации детей и молоди, а так само специализованных учебно-спортивных установ. Чакается, что отпочить смогут больше за 8,5 тысяч школьников. Специалисты подкреслили, что традиционно особливая увага оздоровлению неполнолетних со шмадетных, малозабеспеченных и неполных семьев. У лагерах будут выконываться санитарные и супрацьпажарные потребования. Каб минимизовать риск распаўсюджвання COVID-19, место отпочинку забеспечить антисептиками и сродками индивидуальной аховы. Плануется, что большая частка культурно-забавляльной программы будет проведена на открытом поветре. Организаторы поспробуют сделать отпочинок детей цікавым и разностайным. У программе предугледжены мероприемства патриотичной, спортивной и духовной накерованности.